Приветствую вас, дорогие друзья. Вот хочу вам сегодня рассказать, не помню, кто-то спрашивал, про наших, вот они собрались, слушают, мраморных гурами. Как они тут обустроены, как они живут. Возьмем поближе. Ну-ка, не ведется. Угу. Вот они все столпились. Там он меченосец плавает, домик у них, он улиточки, все они тут тусуются. Что хотел про них сказать? Они очень неприхотливые рыбы, очень хорошо сживаются с другими. Вот, как отличить их, кстати, вон черный был самец, у него плавник длиннее и, как бы, если увидите, заострен на конце, нежели вот плавает самка. Вот он, самец. Сейчас покажу плавник. Вон какой. Вот. Они от породы, как этих, ну, были голубые гурами. Вообще, ну, в таком, как одна из разновидностей гурами. Они такие рыбки, что, ну, были в Индонезии, в Азии, в Таиланде. Они как бы там в заливных, в рисовых этих полях там тусовались. В основном, когда сезоны дождей, вот это вот все. Когда уже засуха, они тогда, ну, уплывали в эти, в реки, в небольшие. Так она любит такую стоячую воду, где много зарослей. Вот, живут они где-то от 4, ну так, до 8 лет. Вообще могут до 15 сантиметров, кстати, даже вырастать, но их это, вот этих именно мраморных, они такие же, как голубые, только вот с черными вот этими вот штуками. Но их в природе не водятся. Эти все выведены искусственным путем. Вот. Какой-то их там американский, то ли касан, я не помню, что-то я где-то читал, то ли косак там или косор. Выводил их раньше так звали даже, но потом не прижилось. Вон они все прячутся от меня. Че? Ну, вот такие вот гурами, вот так у них обустроено, вот все. Жизнь в аквариуме. Едят они к еде неприхотливы, корму. Вот у них тут все, раз, блин, не видно, темно. Ну все, в общем, и гранулы, там и эти, и такой корм. Он меченосец. Вот такие вот гурами. И в аквариуме, конечно, самцы, они могут драться. Поэтому им лучше много зарослей, чтобы они скрывались. Вот какой здоровенный. Хоть сейчас на сковородку, да? В общем, вот такие вот искусственные рыбки. Мраморные гурами. Чего меченосец? Ты один, что ли, тут тусуешься? Вон какая здоровая улитка. У меня их черепаха, Раф, вот этих маленьких точит. А вон какая залезла на этот. На верхушку. Ну, у них тут своя жизнь. Я хотел как-то им черепаху запустить, чтобы он им тут шороху навел. В общем, ребят, вот такие вот у нас мраморные гурами. Так что, вот как они живут, своя жизнь. Так вот, придешь, сядешь, нервы успокаивает хорошо. Хотя я стараюсь не нервничать. Чем мне нервничать? Наши нервы как стальные канаты. Да? Ну ладно, ребят, свет вам сейчас не нужен. Сейчас светло, это я просто шторку, чтобы для съемки заткнул. Пока дневным светом дышите. Жрать я вам не дам. Вечером, вечером. В определенное время их кормим. В общем, все, спасибо за внимание. Всем пока. О. Если вам понравился рассказ этот про них, ставьте лайк, подписывайтесь там. И все дела. А мне нужно готовиться в путь. Нам скоро отчаливать в леса. Ну, пока, ребят, спасибо. А, разбежались. Где вы там? Шелкопряды и ватники.